so fucking welcome, man. What you know about my family? Now first we need to see what you're made of. What it look like I'm made of? Pudding? No, anger and hate. That's what I like about you. Hey, there's a truck in the garage. I say we take it for a spin. Here's the deal. This is all about speed and commitment. You got GPS in the cab? Get to each set of the map coordinates as quick as you can. Make it to all the coordinates, then get the truck back here. Lose the truck, and you fail. First, what's the GPS? Second, fail what? And third, who the fuck are you? Sorry. Need to know basis only. Oh, one more thing. This baby's got four-wheel steering instead of a handbrake. Good luck. Хей, ютубу, хей, вика, с вами Патриотвайд, и сегодня с вами продолжаем играть в GTA San Andreas. И сейчас мы, короче говоря, едем сейчас, короче, на мусор-траке. Так. Кстати, да, название миссии даже про это говорит. Так, тихо. А, все нормально. Так, нужно, короче, успеть меньше, чем за 6.30 секунд. Тихо, аккуратно. Так. Вова. Так, я туда. Тихо. Аккуратненько, спокойно. Так, сюда. Потом сюда. Ага. Сюда. Тихо. Аккуратно. Так, сюда. Жук. Опа, видал, просто видал. Задрифтил на монстр-траке, прикинь. Кто дрифтит на Жигулях, а кто дрифтит на монстр-траках. И это я, понимаешь, да? Так. Оба. Оба. Так, вот разрушенный городок. Тихо. Аккуратненько. Так, теперь туда. Так, одна минута. Не, ну пока что это самое. Нам нужно еще сколько? Сейчас получается 16, значит... Блин, еще 29 нужно будет нам. Ладно, уже 28. Хотя не, знаешь, 28 как-то слишком много. Подожди. Сейчас получается... А, нет. А, нет, 16 сейчас. Все, я просто немного просчитался. Сорян, немного просчитался. Вот сейчас вот нам нужно 15 еще. Слушай, можно успеть на самом деле. Да мы по-любому должны. Я просто это сначала просчитал за какой-то все. Видал? Не, я говорю, я дрифчу. Серьезно, ты видал? Я просто дрифчу на гребаных монстр-траках. Монстр-трак. Дрифт и монстр-трак, ты понимаешь, что вообще это такое? Это капец. Ладно, нам осталось... нам осталось 13, да. Но уже 12, уже 11. Тихо. Просто посмотри на это. Оба. Так, нам теперь нужно 9. Сейчас будет 8. Оба. Тихо. Аккуратно, блядь. Так. Ага. Оба. Блять. А, все нормально. Я посрался. Я думал, что сейчас это. Все, конец будет. Так. Ага. Все, нам 5 осталось. Не, мы должны ее 100 пудов успеть, по-любому просто. Да, вот.
Тихо, 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 тихо. Че он там сказал? Не важно, посрать. Сюда. Сюда. И все. Блять, ты сейчас серьезно, что ли? Как сейчас ебался, ладно, не важно. Все, приехали. Просто видал сейчас, какой кошерный дрифт был. На монстр траке. Опа, я втор. В смысле, я втор. Ну ладно. Ну, на 5 секунд. Ладно, нормально, посрать. Не всегда был первым все-таки. Это потому что там монстр трак. И то я на нем дрифтил четко, так что все. Вообще пофигу. У нас 4000 долларов в кармане. Круто. Get back to the ranch, and I'll explain everything. And I mean everything. Can't you just tell me now? I guess not. Поздравляю, я уже на ранчо, так что вообще нормально. Нужно пираться. Я знаю, кто это будет. Это будет Майк Торрено. What the fuck, man? Hey, Torino, I told you my bad, man. What the hell can I say? I screwed you up. Calm down, kid. Just go ahead and kill me then. Calm down. Man, you ain't nothing but a fucking yayo dealer anyway, Torino. Shut up and sit down. Well, you think I'm a drug dealer? You think you're a crusader for good? Do you have any idea what's going on? Any idea whatsoever? Do you? Do you? Nah, I pay as little attention to things as possible. Do not be a fucking smartass with me. I work for a government agency. It is not important which one. I will try not to confuse you. Yes, when we last met, I was involved in battling threats in Latin America by any means necessary. That does not make me a drug dealer. Now, the money that we raised, the friends that we won over, have helped us immeasurably in our overseas interests. Government agency? Kids like you, you expect heroes. We're fighting a war out there. I'll be a hero and I'll lose. And what do we have? Communism in Ohio. People sharing. Nobody buying stuff. That kind of bullshit. So relax. And listen. All right, I'm listening. I know what kind of guy you are. I need a guy like you to do things I can't get caught doing. Like what? I need you to commandeer a truck. A rival agency with a confused social agenda. They got things that we need. Now this is a two-man job. You'll need a friend. Use your sister's boyfriend, but don't tell him a thing. Remember, I'll be watching you. I got here as fast as I could, CJ. Yeah, you sure did. How you know I needed help? Man, you losing it, Holmes. You phoned me a half hour ago. I did? I mean... Oh, yeah, I did. Sorry, man, I got a whole lot on my mind. Так, все, поехали. Ты должен быть... Да, я в курсе. We need to jack a truck on the freeway. It's headed to San Fierro. Понятно. Понятно. We can get on the freeway here, Holmes. Pull alongside, and you gonna hop aboard. Oh shit, you didn't mention that on the phone. It'll be a walk in the park. Tell Kendall I love her. Так. There's a rig up ahead. Вон, едет. Так, давай, допрыгай. Тихо. Давай. Тихо. Хорош. Блять, так угарно выглядело. Хера он там накидал, видал просто. Да. Видал, как он там накидал просто.
Так, ладно. Давай, давай, аккуратненько сворачиваем. Теперь сюда. Сюда вот. Блять, подожди. Туда вот, да что ж ты, блять. Да давай, все вот нормально. Деловой район, понятненько. Так, тихо. Сюда вот. Сюда вот. Look where you going. Так. Сюда. Сюда. Тихо, аккуратно. И все, и туда. Все. Довезли. О, да. Так, давай сразу сохранимся. Все. Так. Пошел он. Бля, менты. Ладно, не важно. Посрать, посрать. Так, все, 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 бежим, 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 бежим. Запрет. In 15 by the fat moon, break your heart, over and out. Carl, I need you to do me a favor. Yeah, I'll do you a proper injury, man. What you knowing about my brother? Relax. He's in prison upstate. D-Wing, cell 13. To the left, I got a child killer who wants to rip his throat out. To the right of him, I got a white supremacist who wants to eat his heart, to be precise. Now, don't worry. Tenpenny and Pulaski are really relatively benign, unless... Of course, you're a family member of Officer Pendlebury, whom they shot when he threatened to expose them, but you do know all about that, right? Dang! Hey, man, how you know all this stuff, man? And won't you stop it? You just don't understand, do you, kid? Look, it's all white knights and heroes. We have to make decisions, kid. You know, I try to set bad people on other bad people, and sometimes I let good guys die. He's your brother, but to me... He's just collateral. It's a very delicate decision. Over here, you got all the scumbags inside the country. And over here, you got all the scumbags outside the country. And me and my colleagues, we're the fucking pivot. Keep the government in work. Which reminds me, come here, okay? I need you to head over here in the buggy outside, okay? Okay, let off a flare. We got some precious cargo needs collected. Hey, hold up. What about my brother and all that shit you was talking about? Hey, don't worry. Sweet's just fine. He gets touched. A prison guard goes home and finds that his wife and kid have been murdered. Everything's under control. Жестко. We'll talk later. Очень жестко. Ну ладно. Come on, get out of here. Жестко, писец. Так. Открываю все замки дела, что находится в пустыне. Понятно. Так. Оба. Все, приехали. Jesus, what took you? Torino, where you at? Miles away. No time for niceties, kid. Choose a vehicle, grab the equipment I provided, get to that drop zone and wait for that package. Окей, опа. Гранатомет. Возьми подходящее средство. Передвижение двери с вершин горы. Естественно, баги. Куда ж без баги? Твою ж налево, блядь. Нормально, все вот. Так, сюда. Тихо, аккуратно, все, нормально. Все, приехали. That's our cargo arriving now.
Jesus! Will you stop doing that? Choppers coming in on an intercept. Can you see them? Yeah. Shoot them down! Protect the cargo at all costs. Так, сейчас все будет. Бам, я сказал бам, бам, бам. Давай, ну! Блять. Так, подожди, вот мне, вот мне, вот мне. Первый сбит, второй сбит. Бля, еще и менты. Ладно, посрать. Вон мне. Я, может, попаду хотя бы по одному. Давай, ну попади, ну хоть по одному. Давай. Попал. Хорош. Давай, 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 давай. Ну. Да что ж ты. Че, серьезно, что ли? Все, вот нормально. Сбили. Так. Где? Ага. До свидания. Смысл? Все, вот, нормально. Все. И вот, все, он бросил груз. Возьмите контрабанду, все еще будет. Это менты? Нет? Это менты. До свидания. Бандито. Эть. Бонус за безумный трюк. Да, уж что точно расстояние 166 футов, высота 0 футов, перевод. Понятно. Бонус за безумный трюк. Ехать, я бабки, и только так и было падает. Так, ладно. Тихо-тихо-тихо, нормально, нормально, нормально. Все. Хорошечно, вот бомб. Мы сейчас, наверное, по эту последнюю миссию выполним, и все, наверное, пока что закончим, наверное. Тихо-тихо-тихо. Подбирать, 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 подбирать. Давай! Быстрее, быстрее, быстрее! Ну, 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 ну! Нет, 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 нет! Быстрее, 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 быстрее! Окей, получи пакет, вернись в Лас-Брухас! Где ты? Ты даешь мне хиби-джибис, чувак! Карл, я всегда буду Все, вот так вот. Тихо, 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 нормально. Так. Зато к дьяволу. Так. Вот, все, мы приехали сейчас. Ай-яй-яй. Все, мы приехали. Ладно, ребят, да, вот так вот как-то все неожиданно закончилось. Да, дело в том, что я там... Конец у меня не совсем записался, поэтому да, вот так вот все резко оборвалось. Ну ладно. Ладно, ребят, думаю, пока что мы с вами закончим. С вами был я, Apple 3.2. Мы с вами продолжали играть в GTA San Andreas. И всем пока!